В сентябре в Чувашии стартует новая социально-образовательная программа для школьников IT-школа Samsung. Она откроет новые возможности для любителей компьютеров. В сентябре в Чувашии стартует новая социально-образовательная программа для школьников IT-школа Samsung. Она уже работает в 22 городах России. В ней учатся увлеченные новыми информационными технологиями старшеклассники. Детей будут обучать программированию на языке Java. Занятия будут проводиться в Центре цифрового образования детей и подростков IT-куб на базе Канашского педагогического колледжа. Обучение школьников будет проходить в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», который входит в национальный проект образования.